Ежегодный патриотический слет прошел в Анадыре. На нем участники смогли проверить свои знания в области армейской подготовки и посоревноваться в различных состязаниях. В муниципальном слете военно-патриотических клубов и организаций «Я патриот» во дворце детского и юношеского творчества участвовали 3 образовательные организации. Средняя школа города, Чукотский многопрофильный колледж и окружной профильный лицей. В каждой команде по 7 человек в возрасте от 14 до 17 лет. 5 юношей и 2 девушки. Они состязались в 6 конкурсах, таких как строевая подготовка, надевание противогаза, разборка и сборка автомата Калашникова, а также выполняли подтягивания на перекладине, комплексные силовые упражнения и армейский ликбез «Готов служить России». В итоге победителем муниципального военно-патриотического слета стала команда «Граница» Анадырской средней школы. На втором месте по числу набранных баллов оказалась лицейская команда «Рубеж», на третьем – «Патриотик» Чукотского многопрофильного колледжа. Отметим, что этот слет стал уже 4-м по счету. Он был организован совместно с управлением Росгвардии по Чукотскому автономному округу.